Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня готовлю котлеты в творожно-чесночном соусе. Что мне для этого понадобится? Понадобится 500 граммов фарша, у меня индюшиный фарш, 1 луковица, зелень, соль, перец по вкусу и манная крупа 30 граммов. Я не добавляю хлеб. Добавляю манную крупу. Все это дело перемешаю и отставлю на 5 минут. Соус у меня, друзья, готов. Приготовила каким образом? Берем 300 грамм творога, зелени, чеснока, соль, перец. Пропускаем через блендер, и она у нас готова. Разделочную доску присыплю манной крупой и мукой. Формирую котлеты. Котлеты отправляю на сковородку и ставлю на газ. Пока жарятся котлеты, я разведу соус с водой. У меня тут 300 грамм соуса и добавлю 50 миллилитров воды. Перемешаю и отправляю котлеткам. Котлеты у меня готовы. Кому понравилось мой ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч! Приятного аппетита!